Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру по названию Bendy Ink Machines. Так, он Войлд. Так, здесь я вижу, придется прятаться. Какие-то трубы придется создавать. Now that's interesting. Вот это интересно. Ага. Я понял, для чего нам трубы. Хорошо, что... Где у нас сейвы? Только в этой, да, комнате? О, маленький Борис. Отчет от предложенной работы в главном офисе Генри. Клиент. Студия Шоудрюм. Несмотря на то, что мы делаем успехи, ожидания клиентов продолжаются меняться. Началось с машины, которая просто формирует изображение в натуральную величину. И теперь это что-то большое на грани волшебства, чем проектирование. Хотя мистер Дрю по-прежнему убежден, что это одно и то же. Проще запускать мультифильмы через машину. Для печати изображений идет хорошо. У нас было несколько счастливых успехов. Частичных успехов. Одно странное примечание. Первое изображение, которое мы создали, было неудачной попыткой. Неудачной попыткой. Попыткой подобия персонажа по имени Бенди. С тех пор не наметилось никаких других попыток этого изображения. И тот, кто это сделал, я не знаю, в нем есть что-то не от мира всего. Окей, я понял. А где мне брать чернила? Только здесь, но... Здесь можно умереть, я смотрю. Подожди, а как мне запустить, если ты закрыта? А, теперь дверь открыта. Back to the old grind. Да, сохранение, которое не работает. У меня оружия нету. Если что, туда бежим в сейф-машину. Только не они снова. Лучше не попадаться им на глаза. Небольшое сообщение во всем административном офисе. Разлетаются слухи, которые мы больше не можем терпеть. Предложение о том, что компания находится в той или иной форме. В затруднительном финансовом положении является выдумкой. Это чистая ложь и клевета. Мне тоже стало известно, что некоторые компетентные сотрудники не доверяют мне как руководителю. Будучи руководителем, я всегда управляю лодкой, определяя нашу судьбу, смотря на картину в целом. Вам совершенно не нужно беспокоиться с такими сложными вещами. Сложными вещами. Просто занимайтесь тем, чем вы занимались, и доверяйте своему руководству, то есть мне. Так,
incompetence or not trusting in my leadership. As a leader, I'm always steering the boat, guiding our destiny, looking at the big picture. No need for you people to worry about such complicated things. Just do whatever it is you do and trust your leader, which is me. Так, вопрос, он тут один? По звукам слышно, что не один. Ясно, здесь мне нихера не дадут. Так, оказывается, сегодня мой счастливый день. Мне нужно было убрать несколько офисов вчера около 2 ночи. И что вы думаете? Я нашел на один из... ступеней огромный шоколадный торт. Он просто был там. Я практически закричал от радости. Знаете что? Я много работал, я отрабатываю свою зарплату. Каждый проклятый доллар. Но знаете, чего не хватает этой компании? Небольших выгодных преимуществ. И вот этот торт. Это и есть преимущество. Надеюсь, никто не узнает, что я сделал. Потому что если они узнают, я могу рассказывать, что... Что бы тогда произошло? Я свалю отсюда. Зараза. Походу, мы в натуре чернильный челик, потому что в какой-то степени нас, ну, мы вылазим чернил. Я могу, в принципе, сделать так, чтобы всех монстров этих забайтить, чтобы они шли одновременно, но... Так они еще и в обратку ходят. А, так они пересекаются между друг другом. Ага. Нихера себе расклад. Ну он хотя бы слепой, ладно. Он сюда зашел? Послушай, Том, я знаю, что вы, ребята... В Генте делайте все возможное, но я плачу за аттракцион, а не странные мерзости. Не важно, что это за ухмылающаяся штуковина, которую я видел. Бродя по вашему кабинету. Лучше держать это заперти. Я понимаю, что это была первая попытка, но представьте, если пресса увидит это. Это может отпугнуть интересы инвесторов. И в ответ... на ваше предыдущее сообщение, если вы утверждаете, что ваши удачи и неудачи из-за того, что эти вещи бездушны, тогда, черт возьми, мы достанем им душу. В конце концов, у меня их 1000.
Подожди, тут что-то есть? Бля, я немножко... Ладно. Она здесь запутана. Напугал. О, первое чернильное место. Я знаю несколько, насколько это важно для тебя, Сьюзи. Алиса тоже много значит для меня. Все мои персонажи важны, но на самом деле я открою тебе небольшой секрет. Я тоже действительно верю, что мои персонажи больше, чем рисунки. Они живы. Они часть нас. И я хочу, чтобы люди знали их так же хорошо, как и я. Хочу, чтобы люди могли пожать им руку. Провести с ними день. Любить их, Сьюзи, я буду честным с тобой. Я готовлю небольшой проект, небольшое мероприятие. Если он выстрелит, многие мечты станут реальностью. И я хочу, чтобы ты была его частью. Я хочу, чтобы ты снова возродила Алису. Что ты на это скажешь. Ладно, слушайте. Я не знаю, как я попытаюсь, но я попытаюсь, конечно. Забежать в машинное отделение. Но если я буду так медленно ходить, я не успею. А сейчас я успею. Только осталось дождаться, пока это оттуда быстренько дойдет. Так, отлично. Надеюсь, если меня словят, мне не придется заново все делать. Давай начнем с этого. Ладно. Не важно. Замечу, что он даже сюда не зашел. Always on time. Слишком долго на самом деле. Ждем, пока не пробегут.
Ой, блядь, он за мной все-таки бежит. Иди в сачку, сука. Так, тайминги сломались, ребят. Вот я, в принципе, за это говорил, что можно было просто сделать так, чтобы они все на меня побежали. И в какой-то степени тогда они все одновременно пойдут в одну сторону. Так, подожди, а куда они ходят? Ага, тут тоже сейф комната. Ага, в какой-то степени они просто по кругу ходят. Но некоторые по кругу ходят. Подожди, мне нужно чернила брать всегда с одного места? А заметьте, что так и не видно. В смысле он меня увидел? В принципе, я могу просто бегать. Ну, в принципе, все. Тут на самом деле теперь сложно вообще ничего. Но если что, буду сразу бежать к этому, а вдруг что-то будет. А, видите, а так X-образно мне не надо, да, то можно тупануть. Так, и сразу поставлю продольную.
Давайте, короче, я сейчас принесу и продолжим. То это беготня долгая. Все, последнее чернильное пятнышко у меня. Фу, да, такое. Ну просто здесь потом бежать только туда. Походу все, идемте далее. Демон идет за тобой. Кажется, то, что здесь было, уже давно забрали. Как ты сюда спустилась? Стоит сбросить веревку. Попробуй. Послушай, я знаю, куда нам нужно идти, но дорога будет не из... приятных. У чернильного демона есть какое-то что-то. Я отправлюсь за ним. Ты хочешь отправиться в его логово? Ты чокнутый? Это же самоубийство. Кажется, то место, куда вернут следы. Ну что ж, возможно, он находится недалеко от... Возможно, по эту дверь. Но ее будет нелегко открыть. Тебе понадобится три шестерни, лом... И что-то похоже на... Это тоже подойдет, думаю. Окей, давайте... А хотите, блядь, время есть, идемте. Посмотрим. Успею, успею. Сексапельненькая. Стоп, это ж наше рабочее место. А вот это мой старый стол. Сколько времени я потратил за этим столом? Подожди, это... Да ладно. Тихо. Не шуми. Вы сырью меня тянете, демон. Но я пока что стою, чтобы эта херня пропала. Лифт. Да, прикольно. Смерть находится там. Что, идемте в смерть? Ух ты! Такого я раньше не видел. Я не вижу ничего поблизости. Что приходилось бы для создания, придется переходить. Мы не можем. Мы не такие, как ты, Генри. Если ты туда ступишь, как тебе сказать, в океане капля воды не видно. Думаю, теперь все зависит от меня. Я даже не знаю, что я здесь делаю. Я даже не знаю, почему это происходит со мной. Ты здесь по какой-то причине, Генри. На все есть причина. Даже когда ты не можешь понять это, пришло время нас освободить. Зайдите в машину. Ну, погнали в машину.
ангел. Ну что, у меня варианта, как я понимаю, нету. Они хотя бы могли дать мне оружие. Вот это в натуре. Я все еще помню свое имя. Подожди, то есть главные помещения садило людей, чтобы на них капало чернила, чтобы они соединялись с чернилом? Борис. Фильмы. Блин, интересно, знаете, взять в натуре посмотреть мультфильмы эти. Есть они или нету их? Сколько прожекторов? Это ж его трон, да? Петля впечатляющая. Чего можно достичь своими руками? Кусок глины может превратиться во что-то значимое, если размять его. Посмотри, чего мы достигли. Мы создали саму жизнь, Генри. Не только на киноэкранах, но и в сердцах тех, кого мы... наших прекрасных против... Но, когда билеты перестали продаваться, когда появилось следующее нашествие, только монстры остались. Тени прошлого. Но ты можешь их спасти, Генри. Ты можешь все исправить. Видишь ли, Бенди не знал только... одной вещи. Он существовал с самого начала, но ничего не видел. Конца. Махина. А, да ладно, он ваншотит. А как я должен угадать, в какую сторону бежит? А, ясно. А, все? Кто переводчик сейчас?
Так, вопрос, что от меня сейчас хотят? Как я понимаю, мне нужно будет его заставлять бежать в стекла? Пофиг его. Зайдите в машину, но я в машине. А теперь сюда. Тихо, подожди, оно меня замедляет. Теперь мне нужно его сюда подогнать. Наконец-то. Это типа вторая фаза, да, была? Сейчас еще третья будет. А нет. Игра просто зависла. О, отвисла. Дорогой мой Дрю, ну короче, вил франк, счета. Так, ну мы в каком-то доме. Картины. О, это же предметы, которые мы... Да? Или нет? Подожди, ну... А мы игрушку разве искали? Помните, в первую, кажется, или в какую, когда мы запускали только машину, нужно было принести механизм. Помню, шестерня, книга была, да, диск, чернила. А за игрушку не помню что-то. Ладно, не суть. О, смотрите. Чернильный демон все-таки существует здесь, на рисунках. Henry. Генри. So soon. Уже. I didn't expect you for another hour. Не думал, что ты так придешь так скоро. No, you're just trying to ты просто пытаешься
удивите меня. Но я знаю. У тебя есть вопросы. Они у тебя всегда есть. Самый главный вопрос это... Кто мы такие, Генри? Я думал, я знал, кто я такой. Но успех истощил меня. Ничего не остается, кроме строк. В конце концов, мы пошли по двум разным дорогам существования. Ты — счастливая семья. Я — нечестная империя. И моя дорогая закончилась. Я позволил нашим созданиям стать моей жизнью. Правда в том, что тебе, мой старый друг, всегда хорошо удавалось помогать. Помогать мне поступать правильно. Но тебе следовало стараться немного больше. Генри, приходи в старую мастерскую. Я хочу тебе кое-что показать. Хорошо, Генри, я здесь. Давай посмотрим, что я хотел мне показать. Бам. Что-то оно подвисает. Малёха. Малёха подвисает. Блин, титры прикольные, но подвисают. Bendy and Ink Machines. Да ладно, мы снова в доме. О, чернильная машина вон лежит. Генри. Congratulations for you have your best ball. Tell me another one, Uncle Joey. Расскажи мне еще историю, дядюшка. Как это там дядюшка? Так, это не включается, поэтому мы ждем до конца титров. Так, вы открыли Sync Tool, и вы разблокировали ачивки. Ну что, давайте обсудим немного игру. Плюсы игры. Ладно, давайте так. Мне игра понравилась. Как довольно странно и в какой-то степени пугающий хоррор, хотя он даже сделан в мультяшном виде, да, типа комиксов. Плюсы. Как хоррор, он пугает. Своими скримерами. И здесь есть немного элемента Outlast, когда за тобой кто-то бежит и должен куда-то прятаться. Это плюс. То, что оно пугает. Выполняет свою роль как хоррора. Второе. Это запутанный сюжет. Ну да, типа сам сюжет. Типа рассказывается про человека, который просто попал... сюда. Да, типа, довольно прикольный сюжет. Плюс. Необычная графика. Однозначно плюс. А дальше можно взять секреты. То есть, элемент, который где стояла машинка, да, вот это чернильная, и девочка, которая спрашивает, расскажи еще историю. Это секретная концовка, она только показывается, когда мы проходим второй раз игру с этим прожектором. Ну, как вы поняли, я скачал сейв просто игры, потому что игра не сохраняется, а просто с первой главы начинает. Поэтому как-то так. Так. Точно. Секретная концовка. Плюс. Ну, это как раз для повторного прохождения, все такое. 4 плюса. Также, знаете, можно теории ставить. Это тоже плюс. Теории. Музыка, ну...
такое. Ну, ладно, я ничего не скажу за музыкальные. Типа там духовые, в основном классические такие. Но, как бы то ни было, в игре есть и минусы. Первый минус. Я, наверное, отнесу бесполезность банок с чернилами. Может быть, за это дают достижения. Я не знаю. Ну, типа, они бессмысленные. Ну ладно, в минус я их не буду, потому что я их не собирал. Если они бы требовались, то окей. В минусы я отнесу все-таки сохранение, да? То, что сохранения улетают нахер. Минус. Финал. Если он у меня только одного такой, тогда я ничего ставить не хочу. Пока что один минус. Но можно взять еще враги, как мы их убиваем, да, то есть... Хотя, блядь, боевую систему брать. Ладно, не буду брать боевую систему. Короче, у нас пока что один минус. Один минус — это именно, так сказать, вот эта херня со сейвами. Ладненько, давайте я еще вам покажу одну вещь. Это архивы. Я отдельную часть просто не хочу делать. Сразу архивы покажу вам уже в этой. Пускай на час серия закончится, да? Добро пожаловать в архивы. Игра Bandian Ink Machine зародилась в то время, когда разработчик и художники комиксов, известный как TMLT, экспериментировал с приведением эскиза 2D стиля в 3D мире. Было решено сделать игру в жанре ужасов. Первая глава была создана меньше, чем за неделю, вместе с его другом-разработчиком Майком Мудан, и выпущена 10 февраля 2018 года. К их удивлению, игра захватила сильный интерес среди независимых игроков почти за ночь. Дэй Мэтли и Майк Муд оставили все свои проекты и решили сконцентрироваться на Бенди и рассказать свою уникальную чернильную историю. Игра была полностью завершена за 1.5 года. Небольшой, но преданной своему делу группой независимых разработчиков, хотя концепция и история остались неизменными. Игра потерпела небольшие изменения по мере ее разработки, поскольку персонажи и модели были усовершенствованы из ранних накиданных версий. Это архивы заглядывает за завесу этого процесса. Ух ты ж. Bandian Ink Machine. Короче, как мы понимаем, это у нас все, что здесь есть, да? Артики. Ладно, ребят, вот это еще плюс. Сделано прикольно, типа модельки и артики. Бесчувственный Борис. Чудовище ангела Алисы и бесчувственный Борис были одним из самых больших сюрпризов главы 4. Его образ ориентировочно приближен к монстру Франкенштейна. Но с большой недоделанной внешностью Алиса берет его внутреннюю часть и изменяет то, что его тело быстро отвергает. Волк Борис. Волк Борис, друг, до самого конца был задуман с отсылкой на мультфильмы 1920 года. Будучи соединенной анимационных стилей западного и восточного побережья, это молчаливый и располагающийся к себе волк завладел сердцами многих. Хотя в то время он был головной болью для разработчиков из-за его искусственного интеллекта, который брал на себя роль разума во время производства. Бета-версия Бориса. Папа. Так изначально называем персонажа, который впоследствии стал Волком Борисом. Эта ранняя версия была выпущена в главе 1. С выпуском главы 2 он был быстро переименован в Бориса, каким мы знаем его сейчас. А, ну да, это, в принципе, который стоял там, помните? Ой, про тебя нету. Томми. Добрая Алиса, плохая Алиса.
О, нифига, он живой, отличает всех. Вот это Сэмми. Финальная версия Сэмми. Финальный образ Сэмми, Лоуренс, получал полноценный благодаря его накачанному телосложению и физическим сильным конечностям. Безумный композитор может наконец оказаться замеченным, по крайней мере, его фанатами. Фишер. Бета-версия Сэмми. А, ну у него штаны, в принципе, переделаны, ноги появились. Бета-версия Сэмми. С момента появления во второй главе любимой фанатами Сэмми, Лоунстер стал ужасно забавным персонажем. Его стройное телосложение считали не совсем устрашающим. Приделали и наградили лучшим скелетом для более сложной анимации. Стикерсы. Финальная версия Искателей. Финальная версия Искателей выглядели сильнее внешне. Они стали примитивнее, с лучшими чернильными эффектами и более человеческой внешностью. Пипперс. Бета-версия Искателя. Всего за несколько недель до создания главы 2 были разработаны в рекордные сроки бета-версии Искателей, которые позже были полностью преобразованы. Они были мертвыми, поражающимися врагами, обнаруженными в игре. Ох, какой это зверский Бенди. В главе 5 ужасающий финальный образ чернильного Бенди отошел от своей мультяшной формы и раскрыл внутреннего демона. Да, еще рука босс был. Я еще, наверное, в минусы отнесу это легких боссов. Все боссы легкие. Отбежал, ударил. Ой, еще... вот о нем я говорю. Подбежал, ударил. Чернильный Бенди. Чернильный Бенди, как мы знаем его сегодня, несмотря на сегодняшнее с бета-версии Бенди, его улучшенная версия была переделана, усовершенствована большим количеством полигонов и новым чернильным эффектом. Бета-версия Бенди. До запуска главы 4 чернильный Бенди выглядел так, в то время игра была значительно обновлена визуально, и титульные персонажи получили также новый образ. Это я вообще не помню. Альфа-версия Бенди. В игре используются первоначальные дизайны чернильного Бенди и самые ранние версии главы 1. Он в шутку именуется как улыбчивое птичье дерьмо между разработчиками. Модель Бенди. Это первая версия изображения Бенди. В предыдущих моделях Бенди был намного меньше. Имели... с рассеченным лицом, которое раскрывается в жуткий рот. Ха, в натуре. Генри Стейн. Будучи равным партнером Джо Дрю по бизнесу, Генри Стейн был талантливым иллюстратором и дизайнером персонажа до его ухода из компании. Приблизительно в 1930 году ему место в истории студии Джо Дрю. Документально не подтверждается, но многие говорили, что он был настоящим создателем многих памятных персонажей студии. А где он сам? Не увековечили. Обычная чернильная машина. Эта версия чернильной машины была использована в игре до значительного визуального обновления. Многие из знакомого и любимого фанатами дизайна было перенесено в последнюю версию. Лавочки, интерьеры, да, короче говоря. Банда мясников. Пайнер, Страйкер и Фишер. Формируется зловещую банду мясников. Значительно, что сначала были придуманы поврежденные чернилами версии персонажей, и потом они были обработаны, переделаны в более семейное направление. Мультяшные образы. Ну что, ребят, в принципе, все. Больше здесь ничего нету. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте щекью аккаунт. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.